79 выхованцев районных школ в области лепей за іншого дорослого ведают, что такое овердрафт и коубейджинг. У каждого из них свой погляд на формирование семейного бюджета, крестание с сучасными платежными системами и кредитными ставками. Короте, кажущих это банкиры и экономисты у миниатюры с жаданием обысти конкурентов. Вось только для одних перемога это узнагорода, а для інших – веды и опыт. Я собираюсь поступать в банковскую сферу, вот, и мне это тоже понадобится. А вы? Ну, я собираюсь поступать на маркетинг, поэтому, как бы, это же сфера. Самим же тоже надо в жизни как-то. Ну, и тем более, это помогает составлять финансовый план, это помогает контролировать свои расходы, ну, и никогда не оказаться ни в долговой яме, никогда не будет не хватать денег. В вашей семье кто заведует финансами, мама или папа? Мама при моей поддержке. Для структур с грошима связанных олимпиады яшчэ магчымасці ликбезу. Сённяшнія конкурсанты завтра пачнуць ствараць бюджет уласны и абласны, карыстацца финансовыми инструментами. Таму нават простая рэчы трэба ведаць ужо зараз. Как рассчитать проценты от своей зарплаты? Какую часть бюджета семьи отправить на погашение процентов по кредиту? Какую часть на питание? Какую на одежду? Какое на развлечение? Может, сегодня не каждая белорусская семья, я скажу даже больше, большая часть семей этого не представляет. Ведение семейного бюджета – это важнейшая часть финансовой культуры общей нации. Налоги – это прежде всего это образование, это культура, это здравоохранение, и об этом должны дети знать. Дети живут в нашем городе, они должны понимать, что то, что мы собрали в бюджет, самое именно идет на развитие всех этих отраслей экономики. По подликах журы лепшими стали гости из района Чаўска, Гасіповіцкага и Кіраўскага. 16 снежня чакають у Мінску на заключном этапе олимпиады. Седа Каспарова, Александр Тарасов, новини регіону.